Всем привет! Тесто поставила. Постряпать. Тесто, тесто. Сделаю булочку. Ой, булочки. С изюмом, с маком, наверное. С корицей. Вся простыла. Бумага пекарская хорошая. Я ее бывает даже мою, сушу и это. Не знаю, что на завтрак внуку. Одевается, вот, все. Вот такой пергамент силиконовый, это новое еще. Тесто сделала сдобное на сыворотке. Сыворотка, масло растительное, масло сливочное, яйца, песок, соль, дрожжи. Все. Оно у меня уже почти что готово. Скоро булочки будем делать. Ну и все, сейчас начнем делать. Духовочку попозже включу. Достала изюм, он у меня промытый, все. Так, тут у меня корица с сахаром, мед. Хочу медом смазать. Смажу медом, посыплю изюмом. Так вот. Ну и все, наверное. Сейчас мы муки немножечко подсыпем. Так. Вот наше тесто. Руками прямо, смотрите, чувствуется и толщина чувствуется. Вот так разделаем. Вот, сейчас. Воды горячей нету. Все греем. Так. Немножечко тут. Так, сейчас. Подождите-ка. Мед очень густой, что-то как-то, короче, я лучше сделаю по-другому. Вот маслом сейчас смажу растительным.
Медом я не размажу ничего. Вот так вот. Да. Вот. Так. Значит. Сейчас посыплю песочком с корицей. Вот так вот. Так. Сейчас положим изюма. Изюмчика. Так, так вот. Чтобы у нас изюм-то прилип. Так, сейчас скручиваем вот так рулетиком. Вот так вот. Так. Видно вам? Видно. Ой, вся простыла вообще. Дышу небулайзером, пью таблетки. А что вот делать? Вот так вот. Так. Сейчас здесь мы защипим. Защипим. Вот так вот. Защипим. Вот так вот. Да. Вот так. Выровняем. Вот так. Нарежем и вот так поставим. Вот так. Вот такие будут у нас булочки. У меня немного творога осталось. Включила духовку. Сейчас еще с творогом сделаю. Это я еще творог делала из козьего молока. Сегодня хочу сходить за... У нас натуральное коровье молоко привозят. Я хотела изюма немножечко сюда добавить. Мало творогу-то. Вот так. И мед. Песка дома не оказалось. В тесто все сунуло. Вот так вот. Бывает. Пусть так. Сейчас я сюда немножечко молока добавлю. Чуть-чуть молочка добавлю. Чтобы не такой сухой. Вот так. Вот сейчас все это мы размешаем. И такая будет начиночка. Вот. Меня вообще творог любят. Ну-ка. Тут мед у меня надо, чтобы с медом-то смешалось. Вот самое то. Сейчас покажу, как я буду булочки делать с творогом. Налью сюда масло, чтобы мне
руки обмакивать. Сейчас вывалю уже все остальное. На пол-литра где-то я делала сыворотки. Потом что еще там? Считай, масло миллилитров, наверное, 100 добавляла. Вот так маслом смазываю руки. И все хорошо. Видите, какое тесто хорошее. Сильно то, как его, я упругое не делаю. Я вот сюда булочку хочу сделать одно. Сейчас покажу. Так. Так раскатаем. Раскатаем лепешечку. Положим сюда творожку. Надо маленькую ложечку взять вот так. Так. Вот так вот. И тут по краям я делаю разрезики. И вот так. Вот так вот. Типа вот такая вот, не очень красивая, правда, получилась, лишь бы вкусная была. Вот. С одного воду греем. Не болейте, друзья. Ну вот наши, ой, булочки. С творогом. О, мягкие, горячие. Сейчас. Остынут. Изюм вкусный. Сейчас сделаю с творогом и с корицей. И еще потом, наверное, сделаю с это. С яблочным вареньем. Если тесто останется. Тесто. Ух. Посмотрите. Горячее. Потом покажу. Здесь, видимо, мед выбежал. Так, ну ладно. Вот. И делаю плюшки московские. Вот сделала с творогом уже. Такие вот у нас получились. Значит, вот так вот я
раскатываем. Ну, наверное, все знают, как это делается. Вот так. Смазываем маслом. Так. Посыпаем сахар с корицей. Меня любят корицу. Вот так вот я скручиваю. Так, так, так. Здесь защипываю вот так. Так. Вот так защипываем. Здесь вот так защипываем, защипываем. И так разрезаем посередине. И разворачиваем. Вот и все. Ну вот, такие плюшки у нас с изюмчиком, с творогом. Ешь не хочу. Все такое мягкое. Смотрите. Я уже попила чай. Сейчас Миша проснется в школу. Все очень вкусно. Тесто очень вкусное получилось. Будем собираться на дачу. Поедем. Я на даче, друзья. Убираю свеклу, потому что все, заморозки нам обещают. Сейчас буду выдергивать хорошие листочки. Домой заберу. Мелкую я сразу на переработку. Вот. Собрала тыкву, 4 штучки. Там кабачки растут, я сейчас их укрою. Так, ладно, пойду укрывной вот возьму. Так, укрывной сейчас возьму и укрою кабачки, пусть подрастут. Купила печку, тепло будет в домике. Ой, ну вот. Для нас это много свеклы. Смотрите. Конечно, всякое. О, о, какие поросята. Всякое. Здесь кругленькое. Тоже посмотрите, что. Это ведра. Ведра 3 будет. Ну, ладно. Я же не одна, я дочери даю. Вот. Все, сейчас я ее буду обрезать. Ой, ну какой куст красивый. Вообще. Красотулечка. Морковь средняя. Нормально. Раньше вот и у свеклы, я думала, свеклы не будет, а ничего. Наросла, слава богу. Вот и осень. Вот и осень. Все. Капуста наросла. Тоже думала, не будет. Вот так вот. Ой, там у меня гортензия цветет. Так, мне надо флоксик соседке дать. Точно. Пойду лопату возьму, пока не забыла. Ой, в домике уже как тепло. Печечка горит. Так. Вот у меня тыковки. Вот 3 таких. Одна желтенькая, другой сорт. Нормально. Все, пусть тут пока лежат, дойдут. Свеклу разложила здесь тоже, пусть подсохнет, сырущая. Вот, я от грязи как бы. Ну, 2 ведра. Ой, достаточно, это много еще. Так, сейчас пойду в теплицу. Посмотрю помидоры, огурцы и начну тоже выдергивать.